12 декабря помощник сланцевского городского прокурора Наталья Ефимова встретилась с участниками трех молодежных клубов по интересам города Сланцы «Дружба», «Веселые ребята» и «Новая волна». Как известно, в этот день, в 1993 году, была принята Конституция Российской Федерации, основной закон нашего государства. В ходе встречи Наталья Ефимова рассказала ребятам об истории принятия Конституции Российской Федерации, ее основных положениях, значении для каждого гражданина России и закрепленных в основном законе государства правах и обязанностях, а также роли прокуратуры в системе государственных органов. Помимо этого, помощник сланцевского городского прокурора провела с молодежью викторину на знание основных положений Конституции нашей страны, где молодые люди смогли проявить свою эрудицию в вопросах права. Цель моего визита сегодня была рассказать об истории создания Конституции, о строении Конституции как основного закона Российской Федерации, объяснить ребятам, какие права и обязанности они имеют и несут в соответствии с основным законом государства. Ребята были очень внимательны, что не могло не порадовать, потому что тема достаточно сложная для восприятия детей, но в данном случае мы попытались максимально понятно объяснить какие-то юридические термины. После полученных теоретических знаний участникам молодежных клубов была дана возможность применить их на практике. Разбившись на три команды, «Новая волна», «Салютики» и «Веселые паровозики», сыграли вовлекательную игру, где со счетом 25 против 17 у команды «Салютиков» и 10 у «Веселых паровозиков» победила команда «Новая волна».